В Чебоксары интересно приезжать, в Чебоксарах интересно общаться, получать какие-то новые знания. И вот в той ситуации, в том информационном пространстве, которое сейчас формируется в мире, нет монополии на центр интеллекта, нет монополии на центр творчества. И очень удачное место у Чебоксар с точки зрения и территориального расположения, с точки зрения желания у людей, у наличия людей, которые желают что-то изменить. Вот создать ситуацию, условия, когда будет и сердце, так скажем, с точки зрения эмоционального, и сердце с точки зрения вот, восприятия душой того, что происходит, и, соответственно, изменить жизнь к лучшему.